Доброе утро у нас. Вот такое сумасшествие утреннее. Я второй день пытается все что-то сделать, табуретки, но этот теперь он не подходит у него. Мороз и солнце, день чудесный. Ух, холодно, кстати. Я выскочила в магазин, но холодно, привет. У нас куча изменений грядет. Честно говоря, фильмы из-за этого так с перерывами, потому что вот сегодня вторник, я сегодня только смонтировала, еще даже не ставила фильм за пятницу. В субботу, воскресенье мы не снимали, когда, честно говоря, настроения нету, не очень хорошее. Как-то, знаете, не вижу толку снимать и передавать вам свое какое-то такое, в общем, сами понимаете. Я даже не красилась еще с утра. Масло сели завтракать. Масла нету сливочного. Я выскочила сейчас до ближайшего магазина. Хочу быстро купить хотя бы масло, пачку. А холодно так, мама, не горюй. Я еще все раздета. Побежала, там холодно прям. Подошла почти к магазину и вспомнила, что я маску не взяла. Пришлось заходить в аптеку просить, что продали. Это тоже прикол, да, и маску тоже, без маски тоже в аптеку нельзя. Я так уже закрылась изначально, говорю, что забыла, да, вот. Ну, тоже такое, знаете, а одну штуку продают, потому что она вообще не запечатанная, она просто из общей пачки достает, которые лежат так вот открыто стоят. Она оттуда, правда, единственное, что только сама в пакет сделала, отдала мне 20 рублей одна штука. Жестоко. Ладно, купила сейчас этот набор такой попался. Пошла, короче говоря, мило за маслом. Сейчас приду, покажу вам, что я купила. Это, блин, только я так делаю. Напишите, или вы тоже так ходите в супермаркеты, так что потом... Сейчас покажу, если что взяла. Не знаю, я так не могу, я не могу вот просто прийти. Ну, когда, конечно, я не дома, если я на реабилитации, то я именно так и делаю. Беру только то, что мне нужно. А здесь, бывает, все равно попадается что-то, что хочется взять, потому что потом у тебя не будет возможности выйти или еще по каким-то причинам. Ладно, сейчас дойду, я вам покажу. Фрукты у нас растут на деревьях, а ягоды у нас нарастут на кустарниках. Ну вот арбуз, что у нас арбуз? Ты мне скажи, это фрукт, овощ или ягода? Что? Как ты думаешь? Фрукт? Ну, в принципе, ты далек от этого, потому что фрукты растут на деревьях. А он же, арбуз-то на не деревья, он получается как-то промежуточный. Его, по идее, называют ягодой, но как таковой он на кустарнике не растет. Он должен быть овощем, если так посмотреть. Но он не... Ну, бывают исключения из общих правил. Всегда бывает. А вообще, знаешь, как у нас еще его Ярика учили, да, когда мы ходили на подготовку, вот наша доброта, что овощи это из того, что можно сделать обед, сварить суп, ага, а фрукты это то, что можно сварить компот. Ну, понимаешь, сейчас научно-технический прогресс и изощрение человека пошли так далеко, что можно сделать и... Ну, компот из помидор точно не сварят. Ну, варенье. Бывает, ну, варенье, компот, бывает. Не, ну, вообще так, в общих чертах. Сейчас как начинается... Потому что бывает, что начинает варить, ничего только не варить, и супы из чего только не варить. Поэтому я просто рассказываю свое понятие. Ну как так логически взять арбуз? Семечки там, потому что там в ягода, потому что она шкурка имеет, и внутри много семечек. Как и в ягоды. В ягодах во все семечки, очень много семечек. Ну, бывают такие, как говорится, между эти растения, которые... Промежуточные. Да, промежуточные. Яра, правда, ладно, выбрал сейчас... не то... направление. Вот смотри, вот я мы яблоко. Это что у нас? Овощ, фрукт или ягода? Яблоко. На дереве растут фрукты, правильно. На земле растут овощи. Он сказал овощ, потому что растет на дереве. Да ты что? Это ты сейчас пошутил, прикололся, что ли? Ягода где растет? Ягода где растет? Где? На земле. Да? Нет. На чем? На кусте?
Он такое-то слово сказал, вообще не дерево. Дереве. Ну ты говори так, чтобы было понятно, чтобы всем было понятно. Я сама даже я не поняла. Не только тебе. Все, что растет на дереве, как оно называется? Овощ, фрукт или ягода, которая на дереве. Что это? Что? Ну, он сказал тебе. Фрукт? Овощ или ягода? Поднимись, пожалуйста. Ко. Фрукт. Фе, не ко. Фрукт. Фрукт, чтобы было понятно. Фу, 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 как кролик. Яблоко. А картошка? А картошка что это? Овощ, фрукт или яблоко? О, ягода. Картошка. Ох. Бабуля страшными словами там разговаривает с кем-то. Ты усёк в той комнате. Бабуля по телефону спросила там у кого-то заболели. Третий раз спрашивает. Да. А мы раз сокращается бесконечность. Уж чтобы посмотрите, покраснело, аж посмотрите. Вот что ну, это. Вот это у нас вот эта вот ерунда, которая вот потом из этого он спазма. Меняет, он все. Краснеет, и все потерялся. Все, перерыв. Пока перерыв делаем. Пускай. Угу. Чтобы посмотрите, покраснело, аж посмотрите. Вот что ну, это. Вот это у нас. У нас вот эта вот ерунда, которая вот потом из этого он спазма. Меняет, он все. Краснеет, и все потерялся. Все, перерыв. Пока перерыв делаем, пускай. Угу. Так, ладно. Я, правда, здесь уже попытался сделать разбор. Один банан себе от кляча. Гоша взял. Я такой грозик, но мы там брали тогда другие. Там были местные груши вкусные. Не знаю, попробуем. В общем, мне вот раз джентльменский на. Я, сейчас мы не будем груши. Давай я просто сейчас разберем, что мы купили. Угу. Здесь пока. Нет, а, сюда ставим. Ну, ставим. Ну это имбирь. Пошла очень мило за маслом. Это я уже прикалывалась. Говорю, я пошла за маслом. Ну вот тебе банан. Все, на скидку. А это зачем купила коктейль? Коктейль Йоски да. Покушать, не имейте. А. Я осьминожков обычно иногда мы с ним берем. Ну здесь одна осьминожка вот есть. Ну она дорогие, поэтому я сейчас не беру очень дорого. Ну на скидках стоит. А это что? Пельмени с мраморной говядиной. Ты уверен, что она с мрамором? Ну, написано мраморная. Там, правда, написали, что на заводе используют курицу, поэтому возможно. Ну, да. А, сумку, но... В каких количествах, правда? Поэтому, может быть, возможно. Так я тебе, не знаю, такой ты ешь, не ешь. Ну, чего? Ну, какая разница в фундук там? Ну, да? Я его обычно, когда арахис с этим беру. Ну, я как-то был... попробовал один раз с белым шоколадом. Ну, не то, я не ну, знаю. Мне больше нравится. Классический. Я, ты не открывай только это. Классический. Ну, хлеб какой-то, это мой, который я просто нашла здесь такого же типа. Mm. Мне нравится семена льна. Все, курица это тебе. Тебе все тебе. Маленькую взяла. Потом такие все были, я себе набрала. Короче говоря, там я когда покупаю, мне потом продавщица, это стоит 202. Она смотрит, наверное, по моему набору, да, типа, такое, дальше непонятно все. Ну, я взяла, думаю, они по 40 рублей. Типа. Не, они нас знают, это поэтому все, типа, чтобы потом. По 40 рублей, в принципе, прикольно так. Мама. Это по кусочку ему сейчас. Да, сейчас поеду. Немножко, но, в принципе, на скидках. Я считаю, что это очень важно. Неплохой большой. Это что? Это форель. Правда. Да. Но семга была дороже. И там не очень хорошие пески были у семги. А форель, ну форель тоже у меня же хорошая. Она нормально ест. 200 рублей, по-моему. Ну, хорошо. Все, сейчас давай. Банан, хорошо. Все, ладно. Так, мы сейчас оставляем, что хлеб. И мы приготовим распечат, называется. Там уже нашел. Все остыло, все замерзло. Все. Ладно, все, давай, отключаемся. Завтракаем. Первым. Завтракаем. Это мы так завтракаем, да? Ну, ты уже позанимался завтра, ты уже уроки сделал с ребенком. Так, делали математику, это немножко потихоньку. Уже позанимались. Сейчас будем дальше. Ну, ладно, давай все я уберу. Вот я вот с этой стороны подержу. Давай, держи. Так. Попробуй, попробуй. Попадешь. О, ничего себе. Какие у тебя дела? Он тебе чай хочет сделать. Ну давай, давай тренируйся. А ты знаешь, сколько папе сахара надо класть в ложку тут в чай? Два. Дальше. Давай, опускайся. Ай!
Одну ложку? Сколько сахара? А. Андрей, сколько сахара? Пять? Ну, по последнице пять. Я загибаюсь. Два. Два, ну. Давай. А мы пока занимаемся, слушаем. Кто знает. Давай. Давай. Угу. Просто жалко, что нельзя слушать. Ты давай занимайся. Быстрее. Я хочу, чтобы поставить без убыстренки. Но убыстренки ты извини меня. Вон Сима пришла, меня ждет тоже пожрать. Давай. Сима. Доела ты там? Сим, ты поела? Да. Сима, Не, он бежит, она реагирует на него ультразвуки, поэтому молчит. Давай. Не знаю. Угу. Пошли. Ну, сразу заговорила, видишь? Еще надо все, кушать? Быстрее. Нет, не делай так. Камера. Она уходит. Твои ультразвуки не нужны. Там он попа опять облазит. Пучки, давай. Яр, медленно очень делаешь. Еще. Молодец, еще. Еще. Сгибайся. Стой ровно. Лекарство. Хорошо, давай, Мил. Все, поехали, ладно, закончу, потом чай. Ты мне чай обещал. Давай быстрее. Сделай все. Давай. Дальше. Подожди. Все, пожалуйста, молча. Поехали, делай быстрее. Еще. Не подпрыгивай. Поехали. Не могу. Можешь спокойно. Раз. Поехали. Давай. Дальше. И. Два. Еще. Дальше. И. Три. Еще. Головы. Самое главное, головы не бросай. Четыре. Еще. Нет, садись нормально. Пошел. Пятый. Пять. Голову не бросай. Дальше. Голову не бросай. Еще. Семь. Голову не бросай. Еще. Еще. Дальше. Нет, не сел. Восемь. Давай, с головы. Девять. Еще. Десять. Я с головы. 10 ты сделал, ты до 10. Отжимания 10 сделал, как я все. Давай, 11. Вот, спина потеет, давай. Давай дальше. Поехали. 12. Быстрее. Давай, сейчас вытерем, давай, 12. Давай, Яр, десятка осталась. 13, дальше. Яр, быстрее. 14. Еще. Яр, не трогай левую руку, не мешай ей. 5. 15. Быстрее. Яр, пожалуйста, быстрее, не мешай. 16. Еще. 17. Еще. 18. До конца. Еще. 19. Яр, до конца. 20. Еще 10, давай. 20. Сделал, что? 21. 21. Давай дальше. Дальше. Аккуратно, до конца. 23. Еще 7 раз. Давай. 24. Давай дальше. 26. Давай дальше. 7. До конца. Нормально, пожалуйста. Еще подходи, ты не дошел. Я-то не дошел.
Я не знаю. Как у дюка всегда. А? Как у дюка. А, давай, аккуратно. Все, пошел. Аккуратно. Ай-яй-яй. А ты не выкладывал это, когда мы в домино играли на Инстаграм? Да. Что-то нет. Сторис не пошел? Я не закончила, мол, а ты заходил, посмотри в Инстаграм, могу там поставить. Потому что это там нет. Ладно, давай иди. Там, может быть, я готова не сделала? Сейчас я посмотрю. Я же до сторис, для день сторис. Ну, потому что... Тише. Как вот такое может быть создание? Вот как такое создание можно не трогать, не любить? Ладно, мы потренировались немножко. Яр, опять ты компьютер. Яр, не трогай, пожалуйста. Так, надо прятать, а то он опять сейчас все поудаляет. Нет, никаких пакетов, никаких... Никаких фотографий. Все, надо обедать сейчас, отдыхать. Уже потемнело опять. День прошел, обалдеть. Ох, день сурка называется. Голову убираю, спину выпрямляй, вытяни себя, слюни глотай. Кажется, на один мозг столько всего. Я сейчас покажу тебе как. Вот это то же самое, мы были вчера с картинками, я. Ага, у тебя не пал, это он хочет, чтобы я такая, какая. Так, ну сделай так. Сделай так. Это мы так делали, да? Шесть гоша. Шесть бейся. На это нарды, это же не... Да? Да. Не, ну здесь тоже, по-моему, рыба. А, нет, рыба. А, здесь рыба. Поехали? Будем учиться. Ира и Сима там что-то ей не понравилось, ну, мечется. А, испугалась что-то. Сима, иди сюда. Звуки новые какие-то, наверное. Она что-то толстая. Иди так. Ладно, давай, делай. Смотри, Яр, смотри. Ну все, только, пожалуйста, выпрями спину. Еще вытяни мне. Еще. Так, берем по 6 карт, по 7 камней. 3, 4, 5, 6. Каждый камень называется. Одна штучка – это камень. 3, 4, 5, 6, 7. Я себе беру 4, 5, 6, 7. Смотри, я. Мы оставляем каждый себе камушки. Можно, пока учимся, можно открыть их, если что, как вариант. О, я себе камни-то набрала, господи. Что, плохие? Такое бывает. Прикалывался, посмотри. И 7 камней, 4 у меня двойных. Ну все, значит, будет один. Нет, смотри, нет, сейчас мы ищем 1-1. Мы начинаем играть. Ну ладно, давай, ты будешь начинать. Хорошо, начинаешь ты. О, 0-0, давай, ладно. Ну вообще начинает 1-1. Ты хочешь поставить, как я? А, ну хорошо, ставь. Вот так. Так, Андрей, ты играешь или как еще? Нет, я снимаю. Ты не будешь играть, что ли? Нет. Нам нужна компания. Смотри, давай у себя. 1-1 есть у тебя? Нет, давай, играй. 1-1 есть? 1-1? Нет. 2-2 у меня. Значит, я начинаю. Яр, смотри. Яр. Значит, теперь смотри, теперь ты должен искать камушек там, где будет двойка. Давай. Только голову поднимай. Угу. Ставь. С одной или с другой стороны, где хочешь. Разворачивай. Ну, так, чтобы двойка прикасалась с двойками. Разворачивай. Еще и ставь. Угу. Все, теперь папа ходит. Ход папин. Папа, твой ход. У меня хоть волосы нормально? Отлично у тебя. Да. Угу. Так, сейчас я хожу, стоп. Теперь я пошла. А теперь ты смотри, или единичка, или четверка. Где у тебя есть камни такие, значит, ходи. Вот, нет, мы не от двойки теперь ходим. У нас теперь, смотри, по краям единичка или четверочка. Один, где есть, или четверка. Просто знаешь, как мы сейчас посмотрим. Нет, сюда. Или один, или четыре. Есть, нашел. Ну давай, хватит. У тебя был 1-1, кстати. Нет, он идет 1-1. Нет, я поняла. Вот сюда ставишь, Яр. Нет, он же не начал. Надо было начинать с этого камня. Она не знала. Ну, вот он первый раз играет. Что ты хочешь сразу? Все, ставь вот так вот сюда. Все, молодец. Вот так ставить. Когда одинаково камни, ставь. Яр, смотри. Когда камни на косточки вот этой одинаковые какие-то, смотри, 2-2, 1-1, 4-4, то мы их ставим вот так посерединке. Угу. Сейчас папа схватил. 1-1. Ты что, мне рыбу хочешь, что ли? Так, я хожу. Я ищи 1 или 6.
Давайте. Давай, шесть или один? Ищи один или закрой дверь. Закрывай дверь. Нашел? А ты зачем включил этих ребят на ютубе? До фона, что ли? Они как-то перешло само, я не знаю все. 6-2. Поставил я раз сам? Да. Молодец. А теперь ты. На, ставь туда. Угу. Так, сейчас мой ход. О, у меня вот я стал. Теперь смотри, у тебя 5 или 2? Аккуратно. Бэ. Два сюда ставь. Только ты старайся остальные камни свои не показывать, чтобы ты не проиграл потом. Ставь сюда. Давай. Ну нет, уже ставь ее, ты уже показываешь, ее уже ты открываешь, ее ты те не показывай, которые ты нет. Во, молодец. А, тихо. Яр, аккуратно, сейчас, камень аккуратно, так не греби. Аккуратно. Аккуратно, пожалуйста. Аккуратно. Правую ручку. Это, все, хорошо. Это твой? Это у меня Миша кого-то, это мой был. Твой был. Так. Ты, наверное, видел мои камни, поэтому так играешь? Почему? У меня теперь нету, у меня нету ни пятерки, нет ни шестерки. Я смотрю, хожу на базар. Я, базар это вот. Угу. Камни, которые здесь стоят. Я достал. О, есть у меня. А вот так поставлю. Ты так, у тебя шестерка ты... есть? Нет, сначала ты уходишь. Потом, сначала ты ходишь. Клади шестерка. Хорошо, шестерку клади. Сейчас мама на базар опять пойдет. Да, клади шестерку. Папа пойдет на базар, по-моему. Стой, я не хожу на базар, папа сейчас. 6-6. Нет, я хожу теперь. Я положила. Или 3. Есть у тебя 3-6. Нету, иди на базар. Да, посмотри. А, есть, по-моему. Есть. Кстати, ты издеваешься, да, просто ярко? Нет, только тихо. Ставь. Он, кстати, быстро схватил вообще. А теперь ты. Рыба! Мама, забирай все камни с базара. А почему я... нет, а почему, когда рыба разве забирают камни с базара? Конечно, или считаем то, что есть? Ну, считай то, что есть, как говорят. Давай считаем то, что есть. Тогда Яра проиграл. А 0-0 десятка, да, считается? А у тебя что? А мне нет. Нет, ты не проиграл, потому что больше, когда говорит человек рыба, ну еще не все пока, я смотри, слушай, когда человек говорит рыба, это означает, что больше камней нет. Нет, так меняться нельзя. Все. Все, мы закончили. У нас дружеская ничья была, да, Ярослав? Теперь давай складываем. Ты молодец, ты умничка. Видишь, что у тебя получилось? Тебе понравилась игра эта? Да. Все, класс, молодец. Все, давай складывай все и пошли. Дальше делать дела. Все, мы это складываем. Угу. Угу. Аккуратно складываю, чтобы ровно все поместились туда. Давай я тебе еще помогу.